Друзья, дорогие подписчики, гости моего канала, у меня есть определенные планы, и я очень хочу вас попросить помочь в их реализации. Сейчас я озвучу планы на ближайшие полгода, и буду рада, если кто-то из вас сможет мне помочь. Также у меня к вам просьба в развитии моего канала. Если вам нравится то, что я рассказываю, то, что я хочу передать людям, и вам тоже хочется эту информацию транслировать и передавать, то для продвижения канала, чтобы как можно больше людей увидели эту информацию, нужно ставить лайки, писать комментарии. От этого очень сильно зависит, сколько людей увидят мои видео. Поэтому, если вы хотите распространять информацию, которую я передаю, пожалуйста, ставьте лайки под каждым видео, пишите, пожалуйста, комментарии. Комментарии можно писать абсолютно любые. Также очень многие из вас задают вопросы мне в личной переписке. Могу сразу сказать, я очень занятой человек, и у меня ко мне обращается очень много людей. Через личную переписку мне отвечать очень непросто, потому что очень много вопросов. Я просто не успеваю их даже иной раз прочитать. Если у вас есть вопросы по моим видео, к мудрецам дольменов или по очищению, по оздоровлению, пожалуйста, пишите эти вопросы в комментариях под видео. Любые комментарии помогают видео продвигать. Любые лайки помогают видео продвигать. Ну, то есть его YouTube сам больше покажет этого видео, предложит рекомендованных. Таким образом вы распространите информацию. И таким образом мне легче будет ответить вам на вопросы, потому что вопросы, собранные в YouTube, именно на них я буду отвечать в первую очередь. На те вопросы, которые пишете вы в комментариях под видео. Вопросы, которые вы мне пишете в личных сообщениях, возможно, я до них даже не смогу добраться. То есть вот такие просьбы у меня к вам по отношению к моему каналу. Также хочу вернуться к своим планам. Мои планы на ближайшее время. Сейчас мы с моей командой запускаем программы, детскую программу очищения природными средствами, травами. У нас накоплен очень хороший большой опыт очищения детишек с 1,5 лет до 15 и старше, детей любого возраста. Накоплен очень хороший большой опыт очищения и оздоровления от любых абсолютно заболеваний детишек именно природными средствами. И я всех вас приглашаю, если у вас есть детки, пожалуйста, приходите на нашу программу, она стартует с 1 ноября. В ноябре мы хотим выпустить обновленную программу очищения организма природными средствами для взрослых. Будет 4 варианта этой программы. У нас была всего одна программа, разработана очищение природными средствами, которую мы на протяжении нескольких лет оттачивали. И она доведена уже практически до совершенства, но эта программа, она подходит не всем, к сожалению, у нее много противопоказаний. Поэтому я хочу разработала такие программы, которые будут подходить людям любого возраста и в любом состоянии организма. И поэтому у нас будет 4 программы. Одна углубленная, одна облегченная, эконом-вариант программы, и одна программа для людей пожилого возраста и без противопоказаний совершенно, и просто укороченная противопаразитарная программа. В ноябре мы планируем выпустить эти программы в свет, и стартуют они у нас с 1 декабря. Приглашаю вас тоже всех пройти эти программы, если у вас есть желание и необходимость.